Нам только что сообщили, что в Оренбурге обнаружили настоящее НЛО. Пойдемте посмотрим. Ребята, вы не видели здесь НЛО? Это мы. Это вы НЛО? Мы есть НЛО. Вот, собственно, мы. Вот так вот на улицах Оренбурга можно наткнуться на представителей внеземной цивилизации. Сейчас мы пойдем познакомиться с ними поближе. Пойдем. Пойдем. Группа «Мои НЛО». Стиль, в котором работает группа «Intergalactic Rock». Музыканты тяготеют к мелодичности, тщательно работают над аранжировкой, в группе царит романтическое настроение. Как нам удалось узнать, история группы началась еще в 2009 году, когда в Оренбурге собралась группа единомышленников. Музыка стала замечательным саундтреком их тогдашней жизни. Именно в этот год, даже точнее через два месяца после образования коллектива, ребята написали «За нами в бездну», песню, по которой узнают мои НЛО во всем мире, поскольку именно она звучала в одном из выпусков канала Russia Today. Причем именно эта передача была повторена около 16 раз. Максим Кельметьев, Ярослав Тихонов, Сергей Спиридонов и Александр Солдатков. Вот таким был первый состав «Мои НЛО». После того, как группу покинули все, кроме вокалиста, музыка стала еще экспериментальной. Но главная составляющая, а точнее идеология, паранормальные явления в объективной реальности стала прослеживаться еще сильнее. На сегодняшний день состав «Мои НЛО» – Егор Жуков, клавишная гитара, аккордеон, Евгений Кацов, гитара, Серж Сергеев, ударные, Вадим Басов, бас-гитара и вокалист Сергей Спиридонов. У каждого из них был свой путь к музыке. Ну, наверное, понимаете, каждый пел по фонограмму Киркорова, расческу. Вот, все начиналось с этого, потом пошла музыкальная школа, потом первая группа и затянула, теперь невозможно остановиться. У нас барабанщик частенько прогуливал репетиции, и обязательно должен был кто-то его заменять. У нас было два гитариста, и вот у кого лучше всех получалось, чаще всего приходилось заменять. Ну вот так получилось, что у меня. Да, я даже больше, я скажу, я служил в армии, в оркестре. Мы участвовали на таких значимых мероприятиях, как там парад Великой Победы 9 мая, то есть на Красной площади. Ну, в группе, то есть у меня несколько функций как музыканта, поэтому, то есть у меня как бы три инструмента в группе, поэтому я гитарист, клавишник и аккордеонист. С тех пор, как начали выходить на сцену, уже более серьезную сцену, мы стали понимать, что мы должны не просто быть как музыканты, себя подавать, а как артисты. Нравится вам? Безусловно. Ради этого и живем. Сергей, как ты нашел таких ребят? Ну, они не сразу пришли, но когда мы все вместе заиграли, я понял, что это те самые люди, ну, самые замечательные. Ребята сотрудничают с московским саунд-продюсером Михаилом Кувшиновым, который является своеобразным знаком качества для меломанов. Именно он когда-то сделал классический звук группе «Кино» на альбоме «Звезда по имени Солнце». Песни, с которыми выступает группа, пишет вокалист Сергей Спиридонов. Я рождаю песню, приношу ее, и она изменяется, она становится другой. Ну, то есть, когда сочиняешь что-то одно, думаешь, вот, это так и будет звучать. А потом, ну, приносишь, ну, она уже вот так звучит. Ну, для меня название «Мои НЛО», то есть мои неопознанные летающие объекты, если так выразить, то есть все мои мысли, мои какие-то, ну, можно сказать, фантазии, то есть все, что у меня неопознанное, что мне интересно, то есть, можно сказать, это определенная атмосфера, да, чувств, эмоций, мыслей. Группа «Мои НЛО» дважды выступала в проекте «Новое движение». Со второй попытки в программе «Второй шанс» эта креативная команда смогла прорваться в финал. Вообще, я считаю, что «Мои НЛО» — это группа, вот, так сказать, мы решили сделать такой флешмоб под названием «Мои НЛО». Мы просто делаем, мы просто играем в хорошую, интересную группу, и так интереснее жить, понимаете? Выползаем из телеэкрана, на мальчиках написана реклама. Напрасно ты не слушаешься, мама, девочка-птичечка. Мы выползаем из телеэкрана, на мальчиках написана реклама. Напрасно ты не слушаешься, мама, девочка-птичечка.